Thanks, guys. You guys know me too well. 18-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс на 6 месяцев отстранен от участия в соревнованиях. Такое сообщение появилось в понедельник на сайте Федерации США по плаванию. Помимо этого, спортсмену запрещено принимать участие в чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в августе 2015 года в Казани. 30 сентября Майкл Фелпс был арестован в городе Балтимор, штата Мэриленд, за вождение в нетрезвом виде. По данным полиции, спортсмен в два раза превысил допустимую скорость и пересек двойную сплошную. На следующий день олимпийский чемпион извинился в своем твиттере перед поклонниками. Он также сообщил, что пройдет 6-недельный курс реабилитации, чтобы лучше разобраться в себе. Майкл Фелпс является единственным в истории спорта 18-кратным олимпийским чемпионом и 26-кратным чемпионом мира. Весной после двухлетнего перерыва 29-летний пловец решил возобновить спортивную карьеру.